Всем здравствуйте! Сегодня готовим в казане на костре тавур жаркоп. Обалденно вкусное и простое блюдо. Смотрим, погнали! Для блюда взял куриные плечики, картофель, зелень, одна большая луковица, один большой помидор, водичка, перец, соль, томатная паста, маслица. Замаринуем нашу курицу. Чуть масла. Посолим. Перец черный. Хорошо перемешаем и оставим на 20 минут. Картофель полукольцами. Лук также полукольцами. Помидоры домашние, смотрите, обалдеть, крупные. Также полукольцами. Огонь разгорелся, ставим казан. Все, пусть нагреется. Пошла курочка. Пошел лучок. Помидорчики, немного томатной пасты, водичка, немного присолим, слегка разровняем, накроем, ждем кипения, отправляем картофель. Сверху дам зелень. Вау! Готовили минут 15. Друзья, готовили в казане, на костре, на природе. Вот такая вкусняшка. Советую вам приготовить. С вами был Андрюха Байкал. Подписывайтесь на канал. Пальчики не забываем вверх ставить. До новых встреч. Встретимся у костра.